Здравствуйте, друзья! Сегодня я вот в Екатеринбурге. Нужда заставила съездить, кое-что прикупить, хоть и не хотелось, но встал, сел и поехал. Сейчас я уже на обратном пути, на выезде из Екатеринбурга на Полевской тракт. Это улица Селькоровская. Ну и одновременно тестирую видеокамеру смартфона Huawei Honor 9. Как он работает, как пишет видео, как пишет звук. Туда дорога пошла уже в сторону нашего Полевского. Ветер, ветрено сегодня, пасмурно, но плюс 4 градуса. Друзья, еще одна запись. Предыдущая там стояло разрешение 720p. Это уже 1080. По идее, должно быть поинтереснее. Но на самом деле потом я посмотрю на большом экране, на большом мониторе. Тестирую камеру, видеокамеру смартфона Huawei Honor 9. Вот так он работает. Так работает камера. Жизнь заставила сегодня съездить, кое-что прикупить из радиодеталей. Пришла в голову мысль протестировать работу видеокамеры смартфона Huawei Honor 9. Значит, это уже третий вариант. Улица Селькоровская. И вот пошел в сторону Полевского тракта. Транспортный поток идет. Ну, довольно плотный. Трафик довольно плотный. Местное время около 13 часов дня.